ворвалась утро пассионатой, гимн солнцу, птиц многоголосый хор. Звучит любви ликующий аккорд, и шелковые простыни помяты. Стихи и проза в исполнении автора и дорогих ее сердцу людей. Рассказ о том, как случайный визит в город Видное много лет назад определил судьбу поэтессы. Воспоминания родственников, друзей и коллег по перу и, конечно, поздравления. Вот так душевно по-домашнему в Центральной библиотеке в Видном прошел творческий вечер писательницы Татьяны Бирюковой, не так давно отметившей юбилей. С собой на пляж обязательно брала книгу, блокнот и карандаш. И она всегда говорила, мне сегодня надо написать 10 строк. Вы наш преданный, наш бессменный безотказный помощник. Потому что если я обращаюсь сделать сценарий какого-то вечера, если я прошу стать членом жюри, Татьяна Александровна всегда отзывается, всегда с готовностью и изо всех сил старается сделать все как можно лучше. Татьяна Бирюкова – поэтесса, писательница и краевед, автор нескольких сборников стихотворений для взрослых и детей, член литературного объединения имени Шкулева. Татьяна Александровна вот за несколько лет сделала для наших шкулевцев несколько книжек стихов собрала, выпустила. Ну, это вот как бы фотопечать. И в том числе про краеведческие книжки говорили сегодня. То есть это огромная работа на самом деле. В честь виновницы торжества в этот день звучало не только множество теплых слов, но и песни и стихи, написанные специально для нее. И Танин город неспроста имеет, легко и справедливо объяснимое название, на слух весьма завидное. Но думаю, не больше и не меньше, что этот славный город назван Видное из-за таких, как Таня, видных женщин. В раздумьях пишет очерки и прозу, в мечтании стихи душевно льются. Она так тонко чувствует природу, что в творчестве ей много удается. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает поэтессе неиссякаемого вдохновения. Екатерина Борисова, Иосиф Гринберг, Елена Кошлева. «Видное ТВ».